Здорово, здорово, дорогие друзья, с вами канал Трави Дно. Сегодня мы проходим вторую часть серии Need for Speed Porsche Enlarged 2000. Сейчас знаете что? Только водичка, только водичка газированная. Так, что у нас, по-моему, уикендная гонка? Нет, давайте знаете, что мы сейчас сделаем. Все же купим автомобиль один весьма меня интересующий. Это 911, причем 356B мне нужен. А B 1613 300 он стоит. Самый быстрый. Ну, сейчас вопрос. Б. А. То есть, Б, вот так вот. Б, вот так вот. И Б вот так вот. Что, может возьмем? Давайте в таком цвете. Я, наверное, выберу в таком цвете, потому что, ну, типа, нахрен они реально выглядят. Серьезно. Я забираю. Не знаю, ошибаюсь я или нет, но потом продать его по дешевке, это не советом, а как-то так. Так, сейчас, стоп, по-моему, там засут. Ставим сюда и еще раз вытянемся. Я потею как собака. А вот и я, собственно говоря. Так, у нас по сути садится потихоньку телефон. Может, на зарядку поставим? Сразу же. А я не знаю, как длинная будет. Хотя ладно, он не так быстро сядет, поэтому мы можем не переживать. Фу, я реально переживаю за то, что... А, стоп, мне нужно выбрать машину в самом начале. Гараж. Выбрать автомобиль. Ага, вот этот. Так. Все, забираем и идем, 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 идем в уикендной гонке. Стой, Б. Трофи. Да, вот этот я тогда так и не смог. Все, едем, едем. Нам надо реально успевать. Я в надежде на то, что у меня телефон так быстро не сдохнет. Но, по крайней мере, за 30 минут это было бы довольно-таки эпичненько. Там сзади вот такая красота стоит. Обалденная, так скажем. Главное не прикрывать микрофончик. Так, мы летим. Так, о, смотрите, слушайте, так значит, там намного лучше. Так, там наезжает уже хорошо. Это мне уже нравится.
рок-н-ролльщики, металлисты, нахрен там, я не знаю, кто-то такие. Металлисты, металлика, ребята. Ух. Шо он так эпично едет-то? Я его подтолкнул, если чё. Где он? Ага, едет за мной. Слушайте, у меня, походу, все получается потихонечку. А? Ни хрена себе он гонит. Эпичная гонка, ни хрена себе. Я не знаю, как они тут выезжают, но... Очень хорошо едет, если честно. А машина, по крайней мере, валит очень даже неплохо. Мир сейчас по сиськам подтечет, это просто капец. Серьезно. У меня на том авто скорость была под 97, из-за 111, нифига себе. Вот это мы летим. Охренеть. Охренеть. Давай, сына. Узенькая дорожка, какая же красота, блин, а? Почему так эпично-то, а? Почему так эпично? Эпично. Ну что так жестко, серьезно, пацаны? Это реальный капец. Реально очень потная гонка. Хочется вентилятор врубить, но нельзя, потому что он немножко влияет на помехи звука телефона. Да блин. Просто капец, что я делаю? Что я делаю? Давай, жми. Отлично, красавчик, просто красавчик. Хо, у меня телефон нагрелся просто как воду нахрен, я серьезно. Я бы сейчас лучше гляну. А, ну, на все хватает натуры. Нам на 30 минут вообще хватит. По полненькой, поэтому мы можем не париться, но ладно, телефон не перегреет по полной программе, а то будет мне потом как с этим Самсунгом J1 16 года, который сажается за полдня буквально. Этот телефон у меня не сел ни один раз, то есть он ни разу не сел вообще, то есть чтобы вы понимали. С утра было 99%, то 100. Я взялся как надо, и буквально вечером, только вечером было 40%. Прикиньте, только вечером. Да хоть 70. Он просто практически не сажается. Это обалденно. Это лучший телефон. Блин, первое место. Я на первом месте, это охеренно просто. Я на первом месте, пацаны. Очень эпичная гонка, серьезно. Вот здесь я, наверное, пожалуй, влетать буду. Вот так вот. Я ее сразу дальше. Вот 4 минуты я еду. Сколько? Пять просто, 4 минуты, 5 минут я еду по целые 3 круга, охереть. Это жесткий круг, реально. Но скоро машина будет побыстрее, и я смогу... Так
Тихо. Меня бы могло сейчас развернуть просто-напросто. Но это реально спасение. Капец, просто капец. Серьезно. Это реально жесть. В ландшафтном режиме, где на такую гонку. Кончить просто пора. Две минуты на один круг. За 5:48. Как же это было реально жестко, пацаны. Серьезно. Что за дичь? Что за дичь, серьезно? Я сейчас реально охреневаю от того, что сейчас происходит. Это просто капец какой-то. Девять тысяч я получил. Красавчик. Я думаю, можно просто починить авто и уже как бы... Так, repairs. Да, мы починили авто. Фух. Но в дальнейшем, насколько я знал, что уже будет стоимость Porsche 911 ремонт, ну, почти что под 100 тысяч. Поэтому это как-то будет вообще жестко. Уикендная гонка. Дальше на что? 914. Я понял. Сани, как всегда. Класс второй, это башки пошли. Класс первый, это да. Ладно, хорошо, поехали. Как скажется, башки на башке там. Сколько кругов? Два круга, три круга, я не знал. Ладно, хорошо, поехали. Не знал, правильно я сейчас сделал или нет. Ну, как бы. Ух ты, там нахера, нифига, там беленький прям, целенький такой. Прям очень интересно. Пипец. Хотя, во-первых, они такой уж и быстрые. Как казалось бы. Это прям вообще страшные какие-то. Нереально. Самое главное, не обосраться. Тихо, Саня, куда ты поехал? Мне хорошо в поворот входит, прям очень хорошо. Два видоса за вечер, это просто клёво. И, собственно говоря, это на каждый день практически.
Натомість що в кемпі доски, поэтому они скоро выйдут. Поэтому не переживаем. Все сейчас будет тип-топ, прям по полной программе. Прям вокруг столба объехал, обалденно. Два круга, красавчик. Сюда. Не брам скрестят, но... Эпично. А прикиньте, если бы это было бы Network Speed Hit. Network Speed Porsche, то есть целая коллекция автомобилей в Network Speed Hit. И вот так вот. Из старого поколения в будущее просто. Пролет нахрен. Если было бы такое создание игры, я бы офигел просто. Я бы такой, вау, чё, типа. Я бы капец как охранял. 11%. Нормально, нормально, пацаны. 16 минут. Лучше суперская тема. В телефонном формате это было просто это охрененно. Серьезно. Летим просто на всю катушку. Все, что можно, все, что можно. 110 ноль час. Тормозим. Нараш вам скорость впадем. Самое главное здесь в этой игре, моя задача уйти как можно дальше от противника, иначе просто я проиграю. То есть если он меня обгонит, то все. Он так и будет ехать впереди, проходит обалденно повороты и все такое. Но я останусь позади, как обычно. Останусь позади, как обычно. Это будет максимально обидно. Я думаю, знаете что? Ой, стоп, стадия амба, куда собрался дядя? Я думаю, может быть, купить отдельно наушники, которые с микрофоном будут подходить мне именно сюда. Почему бы и нет? А что если попробовать эти наушники влепить сюда и просто тупо микрофон включить и все? А может микрофон? У меня есть микрофон. В натуре. Надо затестить. Надо затестить. Точно. Нужно затестить, пацаны. Поэтому я готов психануть. Я сейчас пытаюсь копаться с симуляторами. Что там? PlayStation 2, PlayStation 3. Загружаю игры, пытаюсь там засунуть их сюда, но у меня комп от того, что игра то есть переходит на мой телефон, у меня аж комп завис просто. Так типа, все, блин. Это капец. Фу, нормально. 60-очку. Пойдет вообще супер просто. Валим дальше. Это походу все. Мне еще 914 надо покупать. Че, сколько бабок? Сколько бабок я сказал? Депутаты нахуй. Ну ты. На всю катушку выбежать на дорогу так со всей дури, потом поехать
Аж сама вот так нахер во всю катушку, чтоб 5 000 евро было в кармане. 992. Вот эта монета нахрен. Рандом просто, полный рандом. Франция. Ага. Пофиг. Репер. Готово. Едем. Вот этот двигун насыпан на все. Мне кажется так, поэтому я прозаряжал телефон. А пока будет эта зарядка, я как раз перекину видоски сюда. Но пока это будет очень клево. Ух ты, нож, да вам нафиг. Вот это топ. Просто топчик. Ставим лайкосики за такие видосики. Обалденные. Я же сказал, ночь будет обязательно. Слушайте, все так выглядит очень клево, серьезно. Чистенько так. Мне нравится. Мне еще надо только понять, что у меня с видосами и с разрешением моего телефона. Если что, не обращайте внимания, это просто игра так лагает. А сам телефон нет, с ним все в порядке. Так, да куда мне поворачивать? Это непонятно, нифига. Да, раньше не было такой возможности добавлять луч света впереди. Вот только в драйвере один могло быть. Вот здесь почему-то так не сделано. Может быть, просто драйвер обогнал. Porsche не ляшет, поэтому Porsche создавалась с 99-го года, возможно. И пока не создавали это все, пока не делали тачки на выбор, она только-только вышла в 2000-х, а драйвер смог просто выиграть его все. То может быть это так, я точно не знаю. Капец, я лечу просто. Давай, 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 жми, 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 сана. Не сы. Че сад-то? Че сад хочешь? Не. Типа возвращаемся, только едем сюда. Нет, ну они явно хорошо там едут. Блин, тачку разбил. Хреновая. Первое, я просто боюсь, что у меня полностью телефон не сел. Второе, это чтобы у меня хотя бы видос был нормально. Почти догнал, почти догнал. Чтобы вы понимали, разрешение этого видоса 1600 на какие-то там 700. Чего-то, или 400, я не помню. 1600 на что-то там такое, типа мухомора. Нормально, нормально. Еду дальше. Просто влетаю, влетаю и еду дальше. Да, вот тут мы знаем, что, собственно, здесь такое свет, откуда мы, собственно, и влетаем. Вот прям вот здесь вот. Вот мы отсюда выезжаем и едем уже на скорости. А здесь мне нужно будет чуть подальше от стенки держаться. Иначе, как обычно. Вообще красавчик. Очень хорошо. Молодчина. Прям привык, привык. Но здесь есть квалификация, и можно было бы пройти эту гонку квалификационно. А не так, как обычно.
3 минуты вполне неплохо. Это реально жесткое, пацаны. Это прям реально жесткое. Фу, капец. Спидпоша. Игра, в которой я играл очень давно, это просто классно, реально. С этим уже поеду. Так, репейр. Да, без разницы. Разгонка, все, поехали. Так, думаю, что-то надо в компе, я точно не помню уже. Да ну ладно, пускай потом посмотрю, если что. Так, опять же, собственно, ночь. То есть это нам напоминает, что мы типа проходили в синхронке днем, теперь мы идем ночью, а потом на следующее с утра поедем. Это как-то так. Если честно, реально классно все это выглядит. Капец, насколько. Это так классно, реально. Обалдеть, обалдеть, пацаны. Фига, скорость у меня там. Фига, не толкаются. Охренел, бран. Вот я тоже хочу толкнуться. Так, тут песочно. Судя по всему, тут еще не сделали тогда бетонную дорожку, где, собственно, можно было ходить. Блин, как же это классно выглядит, да? А прикиньте, сейчас был бандит, ну там 2001 год, и я такой типа даже с впечатленными впервые от этой игры, я такой типа вау. Херет, вот этот графончик подтянутый. Капец, у меня все просто видно, жесть. Это детки Степа. Детки Сашка. Детки Сашка, трактрист. Только не говорят, что мне про эти 300. Удачи. Ну реально, охренеть, какая же красота, черт подери, да? Я реально кайфую от этих моментов. Я сейчас не промазал, я прям хорошо пошел. Жарко, капец как. Мне нереально жарко. Я жарюсь как собака. Два стресса. Вот капец. Ну что, победитель объявляется. И объявление победителя. Фу-ху. Да, пацаны, это реально классно. Это победа. И на сегодня все. Это точно.
со спасмором 8%. Так, за сколько я проехал там, напомню, за 3 минуты 50, что ли? Я еще что-то подобное видел. 2000, это понятно, что я получил 2000, так раз на спасибо. 10 баллов, кстати говоря. А, за 2,50. Идеально, просто идеально. Фу, две серии просто влетели. Неизвестно куда. Фу, на телефон просто возле камеры, там горячий капец какой. Я реально охреневаю. Мы получаем, собственно говоря, 32504. Обалденная тема. Ну что, ребят, на этом, пожалуй, все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, если вы впервые, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. В следующей серии мы будем проходить уже класс 2, то есть 911, это Б уже будет. Класс 1 это уже раз будет, поэтому как-то так. Ну что, всем удачи, всем пока-пока, друзья.